Интернет-издание «Лайф», Александр Юношев, здравствуйте. Владимир Владимирович, в кино и на телевидении существует программа господдержки создания позитивного контента. Фактически за наши с вами налоги. А возможно ли и нужны ли такие меры поддержки для российского сегмента интернета? И госканала не спросят, а когда вы женитесь? Когда и на ком? Это совсем разные вопросы. Вы женаты? Да, не жили. Он женат и хочет, чтобы у меня было тоже так же, как ему. Ну, ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать, наверное. Вот. Значит, теперь... Теперь по поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно сделать, и мы это делаем. У нас гранты существуют. Я уже не помню, там в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. Это гранты, связанные с контентом. Мы выделяем на эти деньги, по-моему, 144 миллиарда. А в целом на эту деятельность официально выделяем тоже где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это и будем продолжать.